Здравствуйте, красноярцы. Здравствуйте. У меня включена камера, вы не против? Валерий Константинович, здравствуйте. Ага, вы меня знаете. Снимаю. А я вас давно знаю, я по Курдюму в книжках вас нашел. Я Курдюму увлекаюсь давно. И нашел вас еще лет 10 назад. А вот это попал в Красноярск, тут жить переехал. И вот как-то вышел все-таки на... Так, с Витки вы приехали. Я приехал вообще из Одесской области. Ёп, так дайте я вас это, не пожму, обниму. Для меня вы все земляки. Мы... Жил в Виннице чуть-чуть, в Одесской области жил, в Виннице жил. Ой, у меня слезы на глазах. Я как... Там в Виннице тоже откуда сада, я догадался? В Виннице тоже сада, но говор все равно остается. Точно. В Виннице тоже садами занимается. У меня там был сад хороший, тоже, ну, саду деревьев 30 я сажал. Ага. Ну, потом оттуда уехал сюда и так тут остался. Ну, мы вообще так, но главное все-таки в душе. Вот, а теперь хочу тут, купил вот участок, хочу посадить сад. Там нету дерева возле дома, нет. Ну, как так? Я говорю, а что? Они говорят, а оно тут не растет. Как не растет? Вы сажать пробовали? Нет, не пробовали, оно все равно не растет. А мы сейчас чуть подробнее. Вот смотрите, вот они, это ваш друг? Это товарищ мой, да, мы вместе. Чей вот этот человек? Это мой. То есть, фактически у вас купля-продажа готова? Это мое, да. Я поплатил Татьяну. Ага. Ну, дайте мне чуть-чуть поподробнее, мне надо. Это... Я понял, вот я... Мне это все по барабану. Пойдемте сюда. Татьяна... Купля-продажа, это знаете. Она мне это самое. Я оплатил... Вот смотрите, чем я вас буду угощать. Ну. Так, давайте так. Вау. Слушайте внимательно. Это похоже на наши украинские. Все, говорите, что у вас нет такой книги? Нет, у меня Курдюмова есть почти все книги. Были вообще вся сборка Курдюмова. Я когда-то увлекся Курдюмовым, случайно на нем попал. И вот дома там по нему виноград у меня. Я тут тоже посадил 4 куста винограда, не знаю, что будет. Ну, вызреть, не вызреть, то что поздно посадил. Давайте сюда. Ежевику вот посадил. Солнце. Да какая разница? А солнце. Вот. Давайте сейчас, не так много времени, тем более вы издаля. И самое главное скажу. Вот. Мы с Курдюмовым, и в последних книгах у него это есть. Мы с Курдюмовым разделили садоводство на северное и на южное. И то, что вы упомянули, даже нашу общую книгу, эта книга компромиссная. Так, вот это он значит... мне и написал, что вот Данова продает корневую, лучше покупать корневую. Я вот нашел в его книге Аша адрес, там есть Саймогор, все. Я уже потом по интернету нашел, я вам позвонил, вы мне дали телефон Татьяны Александровны. Это саженцы. Да. А потом я вот с ней уже созвонился, и я вот с ней как бы вот попал сюда. Так вот, северное садоводство здесь. Мы еще раз, мы разделили. Он отвечает за южное садоводство, я за северное. Это все полная противоположность южному садоводству. Не сметь, не резать, не копать, не перекапывать. А я тоже хочу, я вот сейчас участок, но я как бы беспахотная обработка, я укрываю, горчицей вот засеваю, закрываю грунт, ну стараюсь закрыть чем-нибудь, чтобы, короче, не пахать. Отлично. Так. Сколько пишка? Всего 1500. Че? Берем. Вы помогаете мне, знаете чем? Дружище, земляк. Вот. Рыбачься, но дело в том, что это же фильм попадет. Глядишь, еще пару, благодаря вам пару книг продам. Вот. Все-таки мы с вами заранее не договаривались, я сейчас только увидел. Да мне же заранее не договаривались. Вот. Я вообще думал, что вот только... А дальше по карману или нет? Здесь две Нобелевские премии. Это записки, это разговор, это мои наблюдения, это рассказы. А? Подумаешь, 1500. Хотите, как земляку, за 1000 продам? Возьми. Все, это хорошая реклама. А я, смотрите, вы повезете в Красноярск кое-что из этого. Вы не против? Да, не против. Тогда давайте так. Вот мне очень повезло, я от души говорю. Еще раз, как зовут? Саша. Александр, отчество? Михайлович. Александр Михайлович. Вот. Ну, мы теперь земляки, фамилию можно не скрывать. Зачем скрывать? Я Дейнега Александр Михайлович. Дейнега.
Да, Инего, хорошо. Как я вас, земляка, почувствовал? Смотрите, значит, я буду снимать вашу, извините за выражение, физиономию во время дегустации. Так, я больше, вы знаете, кто яблоки, я больше груши люблю. Смотрите сюда. Смотрите. Доставайте грушу, пощупайте бы поспелее. Да, не все спело. Ладно, вот, держите, да? Вот. Смотрите, что здесь написано. Лесная красавица, правильно? О, а у меня лесной красавицы нету. У вас есть лесная красавица? А вы, это к ним вопрос. Мне лесная красавица не надо. Давай, давай, давай. Я не было. Лесной красавицы я вообще-то у меня там росла дома. Вкусная. Красавица. У вас на Украине росла? Да. А похоже на вашу? Чуть-чуть длиннее. А, так это в этом году такая мелочь. Вы поверите, это, да же, вот, это же дерево ну, давало вкусно, плоды до 400 только... грамм. Вот, вот. Вот такие длинные у меня. Без обмана. Дерево дает 400 грамм. Год такой неправильный. Лесла красунья. Винница у меня. Она? Да. Ну вот скажите, что она не хуже. Даром, что из Бельгии. Такой надо тоже вот, ну, еще. А вот сейчас, пока разбираемся, пока этот. Давайте так. Оставляйте место в желудке. Откладывайте, потом-то идите. Вам теперь долго такое не есть. Винница далеко? А еще вырастить надо, это года 3-4. Согласен. Так, сейчас, погодите. Ой, как я люблю угощать. Нет, как мне повезло, что вы земляк. Вот как чувствую. Вы знаете, есть какие-то вещи, нам недоступные для понимания. Впервые я ждал почему-то именно вашего. Ну, сказали в Красноярске, ну, казалось бы, что особенно. Ну, я 15... приехал сюда в 94-м вот. Году, я в Новицке жил вообще-то. Да, да, да. Да я нарильчанин, твоя мать. Я в Дудинке жил самой, и Саня в Дудинке. Я с детства нарильчанин, опять. А мы с Саней познакомились там вот вдвоем, там встретились в 94-м году. И вот мы до сих пор общаемся, дружим с ним. Это вот я его попросил, говорю, поехали. А, я говорю, еду, племянник отпусти с работы, он у него работает. А он говорит, это, мне тоже надо, что ты не говоришь? Не надо, я ну поехали. Ну все, отлично, разорим еще одного. Так, скажите, на риске где работали? Я на Норильском никеле работал. Я на Норильском никеле. Я работал в Дудинском порту водителем. А так вы говорите, в Норильске? Ну, нет, ну я в Дудинке. Ну, в Дудинке, в Норильске я ездил. Все, туда, ну, Дудинка, вот. Не самого Норильска. Ладно, так. На Норильском никеле я работал. Ой, так, сейчас. Это, только... Сейчас десятка, мы от десятки, от садка были. Сейчас, там, погодите. Сейчас я только вот, вот, а, давайте отсюда давайте берите. Ставится. Берите отсюда. Мраморная. Это у меня высшая лига, я называю. Давайте. Присядем. А? Ну, мясовая мне все равно больше нравится. Это слаще. А мне тоже больше нравится. Слаще, слаще, но... А как вы хотели из Бельгии к нам перебраться? Это же самая сладость. Лесная красавица, это бельгийский сорт. Знаю, но... Вот и до Сибири дожили. Так. Лесную красавицу я жюри, я посадил, у меня была. Уже плоды давал. Ну, потом я оттуда уехал, так. И все. Я уже третий сад писать заложил. Так. Один в Одессе посадил, один в Винницу посадил. Сейчас хочу тут посадить. Память я говорю, к сожалению, переспела. Это самый последний плод. Вот. Ну, хотя бы надкусите. Это тоже высшая лига. Ну, хватит. Я грушки не сильно, если честно. Лучше... Ай, я груши ем, яблоки не ем. Ладно, вначале удивлю. Вы знаете, это всего лишь. Оно бывает в два раза крупнее. Вы поверите? Поверю. Да, это вы скажете, невозможно. Почему? Поверю. А... У меня были яблоки только давали, год дают, год не дают, не знаю почему. Яблони дома росли в деревне в Одесской области, вот где мать жила у меня. Они год давали урожай, год не давали. Сколько я себя помню. Ну, не знаю почему. Значит, я не обманываю, что бывает. Еще все... семечки тарабанили, и сок с них вытекал. Ладно, теперь когда, смотрите. Когда зрелые, семечки внутри смотрите, стучали. Попробуйте дома. Я выбираю из двух этих. Вот эту я вам дарю, вот эту оставлю для рекламы. Хорошо. Это она же. Я называю Golden Delish, Golden Delish 6, но все говорят, курдюма, говорит, это не Golden Delish. Я говорю, ладно, пусть будет Golden Железова, я не обижусь. Золотая Железова. Так, угощение... В этом нету их, да, ну, в каталоге?
Или сейчас уже нету саженцев? В каталоге было все, но понимаете, они бы не первые приехали. Поздно, все вопросы к Тане и к Андрею. Все, идем дальше. Я к вам еще одержу. Я к вам приеду, все на следующий. Дарю, можете пробовать, можете отложить. Сейчас отложу, потом. Знаете, что это? Я уж помельче его выбрал, извините. Вот, а? Апорт кроваво-красный. А вот это вот, смотрите, показываю. Апорт алматинский. Ну, мелкий в этом году. А, запах. Ну, я же должен вас угощать все равно. Сейчас. Апорт покупал все, короче, практически. Ну, апортами вас не удивишь, да? Нет, почему? Я не знаю, вот. Так. Свекольное знакомое название. Берите одну себе. Хотите пробуйте, хотите дома. Знакомое. Пробуйте. Пойдет? Отлично. Так, сейчас быстрее надо, а то у меня, знаете, что может случиться? Отключится телефон. Формел. Это дочка Мелбы знаменитая. Берите, хотите на вкус, хотите дома. Я уже дома. Ну, знаете, не жадничаю, почему. Уже гости все тут вычистили, я уже вам жалуюсь. Как земляку. Многие тоже не съем, тогда откушу. Смотрите, что это такое. Второе место заняла лимонка на этом. Лимонка? Ага. Была у нас это, на уровне Хакасии. Была, как ее называют-то, знаете, как? Ну, высоко, не высоко. Короче, устроили дегустацию. Люди пробовали, всем давали, пробовали. Вот. И Чернобаев, моего друга, он взял сдуру, чуть, ну, он думал, что сдуру, и дал ее на дегустацию. Второе место. И вручили ему, как красивый такой набор ножей. Ну, то есть, круто, да? Скромное. Вот это, по вкусу, второе место. По краю. Ой. По области. Куда они пошли? Саженцы сейчас привезут. Я сейчас смородину тоже хотел гости купить. Насчет смородины сейчас будем звонить моей этой самой племяннице. Скажет, осталось, я вам помогу. Не, ну, это, скажет, это, нет, удачи. Говорил, что вроде там... Ну, сейчас... давайте еще дегустацию не закончим. Так. Голден была. Так. А порт, какой я вам дал? Кроваво-красный? Знаете, апорт. Смотрите, какая красота. Ну, подумаешь, эти черви и тоже любят. Это полезно, раз черви едят, значит, с химикатами. Что-то купили, да? Да, вот, тоже взял. А ну-ка, что? Декабрьское яблоко. Декабрьское взяли? Да. Здорово. Две грушки. Вот сейчас он... Он уже, ваш друг уже говорит... Я вот лесную красавицу нашел, так я не знаю, будет саженец или не будет. Нет. Нету? А что так плохо? Значит, будем... Да, а, ну сорт популярный. Так. Лады нет. И лады нет. И вот, короче, приедем еще раз. Я уже это, давай закажем. Ой. Не закажем, потому что, видишь, я в этом отеле поздно. Я поздно кинулся. Я же уехал и потерял адрес. А потом пока нашелся опять. И вот это. А это другой сорт попробуется, сладкое. Вам это, слива Ника знакома? Ника. Ой, не помню. Ладно. Я по названиям не сильно, но я вот... Так вот, это классическая венгерка. Венгерка. Да, венгерка узнали. Косточка отстает хорошо. Вот, вот она есть. А вот это мой друг Черновая испортил венгерку. Представляете? Пробуйте. Мне надо вкусовое качество сравнить. Он ее испортил. Взял, говорит, на абрикос привел на бай. Получил совершенно новый сорт. Нет, он еще не новый. Почему? А если с косточки опять будет синяя? Вот еще раз, рядом положи, вот сравнивайте. Вот из этого прививка дала вот это. Ну что, это и вроде бы слаще получилось. Слаще, вкусный тоже? На культурном абрикосе привил. Вкусный. Так, теперь, все, это, я снимал отдельный фильм, верите, не верите, сейчас о другом. Где вы будете садить? Манскирин, Малая Камарчага. Чего-чего? Манский район, Малая Камарчага. Господи, Камарчага. Там 40 градусов мороза. Ничего.
Ничего. Будем укрывать, что-то делать. Я надеялся по какой-нибудь прибрежной зоне, не замерзающей, не сей. Вонючий город, но теплый. Ну, палыч берет. Ну, у меня потеплее, ближе к Красноярску. И не сей, не замерзающий, далеко? Нет, рядом. Нет, рядом. Километр. Да, километр. Даже нет. Далековато. Короче, у вас должно, не должно быть 40 градусов морозов, если дует с Енисея, с теплого. А, нет, там у нас Енисея нету. У нас обычно Зыково. Так, что вот делать-то? Зыково в основном. Ну, что это обрадовали вы меня. Я надеялся. Ну, что делать? Ну, да им пробовать. Я понимаю, что климат суровее, чем тут у вас. Ладно, что вы сейчас, это, пока мы тут разговариваем, что вы купили? Две груши. А? Смородина есть? Грушу гигант взял. Сейчас позвоним, это, Юля. Грушу гигант? Вы знаете, у нас... Здесь есть? Ага, уже ушло. Нету тут гиганта, я не ищи. Я как оставлю, прихожу, нету. А это, так получилось, что... Вот уж действительно это, плоды здесь были. Опять мелкие, 400 грамм, 450. А год, позапрошлый год были 650. Это ужас, я смотрю и сам не верю. Ладно, что-то я размечтался. Давайте так, я отключаю запись, так? Вот. Ваш, это, смотрите, я не зря это. Он приобрел две книги за 1500, покажите. И за 1000. Да, кстати, вот мои подарки. Держите. И я не буду уже мелочиться по 100 рублей продавать, как я привык их продавать. Ой, сейчас. Посмотри, нет там еще брошюры? Есть, да? Вот, смотрите. Вам подарок. И уже без всякой надежды, вы же можете читать книги по очереди. Предложу я вам... А? Значит, ну еще тогда сэкономите. Все, друзья, сейчас отключаю этот. Насчет смородины буду звонить, осталось или нет.